дорогие друзья, мы с вами открываем новый сезон встречи с одной из самых популярных в мире русских классических опер, с Евгением Онегиным Чайковского. Ну и, как обычно, попробуем вместе разобраться в нескольких совсем простых, но по-прежнему актуальных и интересных вещах. Насколько разные между собой пушкинский первоисточник и опера Чайковского? Насколько они противоречат один другому, а между ними есть действительно существенные расхождения? Проще опера или сложнее? Сколько им лет в опере и в романе? Насколько глубоки и серьезны их романтические взаимоотношения всех этих хрестоматийных персонажей, которых мы, казалось бы, знаем как собственных родных или знакомых? Насколько глубоки их разочарования, трагедии и какой они всему этому сами смысл придают? Ну и, разумеется, мы не сможем обойти своим вниманием тот менее хрестоматийный, но очень важный факт, что на судьбу самого Петра Ильича Чайковского именно работа над Евгением Онегиным оказала какое-то особое влияние, то ли магическое, то ли мистическое, и отпечаток этой работы оставленной был столь глубок, что до самого последнего часа Петр Ильич не мог от него избавиться, даже если бы очень захотел. Вот все это и многое другое, что с самой музыкой и с самой традицией жизни оперы на мировых сценах связано, мы обсудим при встрече.